Обалдеть! Ой, все заливает, 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 меня заливает. Ух, стоять, стоять, стоять. Вот это да. Ух, ничего себе. Ой, бежим в дом. Караул. Ого, какой ветер сильный. О, сигареты сейчас мне намокнут. Да, ну и ветер, конечно, вон. У меня почти весь пол залит. Шляпу снесло. Ай, вон что делается. Сижу вся мокрая, пока пробежалась. Я выскочила на секунду на улицу, все у меня. Я сразу вся была мокрая. Штаны мокрые, лицо мокрое, волосы мокрые, телефон на мокрый. Вау. Такие резкие порывы ветра. Природы, это мощь, это силище. Да, вот это был шторм, сломал все мои деревья. Сломал мои кактусы. Так жалко. Но я их все равно в землю поставлю, они будут расти. Вау, такая махина. Ну, такие порывы ветра были бешеные просто. Что неудивительно, конечно. А остальное все стоит, слава богу. Свет вырубился, интернета нет, потому что света нет, сказали. Мне тут же присылают сообщение, что... проблема с отключением света. И интернет мне тут же прислал сообщение. И написано было, что к 8 вечера восстановится все. Небо еще. Вон оно все тучами затянуто. И гремит. Да. Шторм, конечно, был реальный. Вон, куда выбросило от пальмы. Надо поубирать все это со двора. Еще капать. Покапывает дождичек. Собралась выходить пойти погулять. И пошел дождичек. Не судьба мне сегодня походить вокруг моего комьюнити. Вот так вот у меня стригут травку. Один работает здесь, а другой работает на фронт-ярде. Еще одна посылочка приехала ко мне. Надеюсь, мои ножницы там. Вот моя посылочка, пойдем открывать. Я купила еще одну камеру.